кавалеру орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, народному артисту Российской Федерации, основоположнику советской цирковой джигитовки, артисту, чье имя носит труп осетинских наездников, Алибеку Кантемирову. По всему Союзу. Где-то бывает зритель теплый, где-то бывает холодный. Не везде бывает большой громадный успех. Успех бывает везде. Но он как-то бывает разнообразный. Слишком большой успех или где-то успех, но он такой сдержанный. Но когда мы приезжаем в Осетию, мы чувствуем, что зритель видел нас. Он нас знает, и каждое новое наше достижение он уже отмечает. Это самый главный критерий наш. Мы вот по нашему зрителю, ну, бываем как 3-4 года раз, 5 лет. Вот мы сейчас не были уже 5 лет в Осетии.
хочу сказать о том, как мы подбираем этих партнеров. Во-первых, мы подбираем всегда этого Осетии. Тем более, что труппа осетинская, мы обязаны подбирать кадры в Осетии. В основном это молодежь из самодеятельности детской. Ну, в связи с тем, что моложе 12-11 лет мы не можем брать, мы берем таких ребят. И во дворце пионеров, и в школьной самодеятельности, по селам разъезжаем, чтобы подобрать таких настоящих, которые перспективные, в которых мы видим, что это что-то будет на будущее. И, видимо, вот наше чутье, наша школа дает такую возможность создать из них настоящих джигитов, которые могут в любое время пойти и создать свою такую же труппу. То есть настолько они знают нашу школу, нашу систему, и выездки, и подготовки учеников, что они могут быть такими же руководителями, как и мы. И мы, конечно, обязаны всем этим нашим отцу, который нам это передал. Вот у нашего старшего брата Хасанбека своя труппа. Ну, я перенял от отца вот то, что он передал мне, и эту труппу. В начале века выехала арба Кантемировых на цирковой манеж. В 1927 году Алибек одним из первых артистов советского цирка совершает триумфальные гастроли по Западной Европе. Время неумолимо. Многое из того, чему восторгались зрители 20-х и 30-х годов, выглядит сегодня несколько смешным и наивным. В начале века выехала арба Кантемировых на манеже цирка. Шли годы. Вспыхивали и гасли цирковые сенсации. Старились номера. Сменялась мода. Сегодня, во времена космической авиации, атомной энергетики и телевидения, трудно поверить, что труппа Алибек начинала свой путь во времена первых автомобилей и самолетов. На заре радио и кинематографа. Но так же, как и 40, 50, 60, 70 лет тому назад, сотни, тысячи,
десятки тысяч зрителей аплодируют искусству осетинских наездников. Древнейшему искусству общения человека и коня. Ну вот говоря о том, что мы относимся к лошадям так же, как к своим партнерам, мы можем вспомнить о фильме «Смелые люди». Это впервые в советском кино решили создать вот эти подсечки, когда лошадь вместе со всадником идет кульбитом через голову. И никто не знал секрета этого дела. И когда мы подписывали договор, то там было указано о том, что мы имеем право при экспериментах погубить 8 лошадей. Но это было, конечно, жестоко с нашей стороны. И отец, подписывая договор, сказал: «Я вам сохраню всех 8 лошадей». И мы сохранили всех лошадей. Но после этого было очень много приглашений. Тут можно сказать и «Атаман Кодор», и «Джура», и «Лично известен». И «Югославия» снимал Олег Адундич с участием наших учеников. И «Исход», монгольский фильм. Много-много фильмов. И «Оптимистическая трагедия». Было очень много фильмов. Это более 50 фильмов, где снимались мы, наши ученики. И вот именно во всех этих фильмах была какая-то задача показать вот такое отношение человека к лошади. Не только так, лишь бы сделать трюк, трюк ради трюка, а именно вот такое партнерское отношение, дружественное, что всадник, лошадь – это два друга, это одно единое. И также всадник заботился об этой лошади, чтобы она именно сохранилась, исполняя вот этот эпизод какой-то в фильме. Там уже стали валить по 4 лошади в тачанках, все это. И всюду была вот именно такая забота, чтобы лошадь сохранилась. У нас всегда была одна забота – сохранить и лошадь, и себя, чтобы этот контакт был все время, на протяжении всей деятельности, как в цирке, так и в кино. Буян, который в «Смелых людях», это был мой второй партнер по работе, которого я мог завести на 5-й этаж, отмечая юбилей Яншина, которого я мог повести по всем жанрам циркового конного искусства. Он был и в высшей школе у меня, и в джигитовке, и в альтижировке, и в дрессуре. То есть была незаменимая лошадь. И я вот сколько знаю и дрессировщиков, и наездников, видимо, второй такой лошади я еще и не помню. Хоть я уже и 40 с лишним лет в цирке. Вот этот Буян, конечно, запомнился. Последний снимок с Буяном. Прощай, друг. Thank you.
Ну, есть очень много способных лошадей. Но я не помню случая, чтобы мы взяли лошадь, и чтобы она не пошла никуда. Такого случая не было. Видимо, это вот долголетний такой опыт, переданный отцом. Он настолько знал хорошо лошадь своего друга, партнера, что он и нам это передал. Что мы берем лошадь, и мы знаем, что эта лошадь именно будет то, что нужно для цирка. И внешний ее эффект, ее экстерьерные данные, ее прочность на ногах в нашем маленьком 13-метровом манеже с ее резкими поворотами. Все, чтобы она была и физически здорова, и внешние данные. Только выехала лошадь манеж, уже зритель говорит: ах, какая красивая лошадь. Первые шаги нелегкой актерской дороги. Азы циркового искусства. На артиста конь. Мне хочется сказать, что в нашей работе главное – это репетиция. И поэтому мы по нашим установившимся традициям, которые установил наш отец в протяжении вот своих 65 лет в цирке, он главное внимание уделял этой репетиции. В чем заключалась эта репетиция? В первую очередь, это была основная и всесторонняя разминка и артиста, и лошади. Эта разминка была и гимнастикой, и для лошади, и для человека. За полчаса до репетиции вся труппа собирается и разминается. После этого только мы садимся на лошадь и уже разминаем лошадь. У нас манеж 13 метров. Мы разминаем лошадь на 10 и на 6 метрах окружности, чтобы лошадь была более гибкая. Когда она разминается утром в репетиции в такой окружности, то вечером ей гораздо легче работать на 13-метровом манеже. Каждый джигит у нас отвечает за свою лошадь. Каждый джигит знает свою лошадь как следует. Мы каждому джигиту доверяем ее воспитание, ее выездку. И вот поэтому у нас выходят из труппы такие партнеры, как Юра Мерденов, который создал свою группу, Георгий Токаев. Первый ученик отца наш, Михаил Николаевич Туганов, которого уже нет, но который тоже много сделал в нашем цирковом жанре, в конном. Вот и отношение самое главное, вот к лошади, как к своему равноправному партнеру, товарищу по работе, видимо, это оправдано. Сема! Есть, есть, есть! Хорошо, есть, есть, есть! Да! Браучки, молодец! Ой, хорошо! Ирбек Алибекович Кантемиров впервые выступил на манеже в 1936 году. С тех пор более 40 лет каждый день репетиции. Одна нога. История. Туда. Туда. Раз.
Выступление – это праздник, звездный час артиста. Но ведут к этому часу дни, месяцы, годы, каждодневной и напряженной работы. Работы и работы. Вот так, палец большой прижми. Сел мягко. Носок колена руки. Короче, носок колена, прямая нога сзади. Вот здесь, колено проверь. Когда стучишь на голосение, носок колена проверяй. Поднимай, начинай. В начале века выехал Арбак Антимировых на манеж цирка. С тех пор в труппе сменился не один состав, и не один десяток учеников начал свой самостоятельный путь. Ушел из жизни создатель, бессменный руководитель труппы в течение 65 лет Алибек Антимиров. Но по-прежнему молодой остается труппа Алибек. Потому что где бы ни выступали артисты, всюду несут они с собой частицу своих родных гор, частицу своего народа, частицу Осетии. За многолетнюю плодотворную работу, за большой вклад в развитие национального искусства труппе осетинских джигитов «Алибек» под руководством и при участии заслуженного артиста Российской Федерации из Северной Осетии Ирбека Кантемирова присуждена республиканская премия имени основоположника осетинской литературы, поэта и мыслителя Коста Хитогорова.
семья артиста цирка. Бесчисленные гастроли, новые города, страны и континенты. И везде надо наладить быт и создать уют. Цирк – второй дом, где бы ни выступал артист. Звезды завода и звезды полей, звезды науки. Каким бы он ни был, большим или маленьким, цирковой коллектив как одна дружная семья. И это не просто фраза. Все без исключения джигиты труппы «Алибек», ее ученики и воспитанники. Все они прошли школу Кантемирова. История цирка знает мало артистов, которым бы успех сопутствовал от первого и до самого последнего выступления. Алибеку Кантемирову творческая удача сопутствовала все 65 лет работы в манеже. Найдется ли в мире еще хоть один артист цирка, который бы в 90 лет, в 90, не только бы руководил номером, но и сам выезжал в манеж на коне? Последний раз Алибек выступал в день своего 90-летия. Он был добрым человеком и потому крайне требовательным к тем, кого любил. Не все могли понять и ценить это. Алибек воспитал более 250 учеников и сумел передать сыновьям своим дело всей своей жизни. Он прожил счастливую жизнь.
Огонь неудачи и поражений не смог опалить его волю. Вода славословий и похвал не размягчила его сердце. Медные трубы славы не заглушили в его душе скромности и доброты горца. На афишах цирка по-прежнему стоит имя Алибек. И как 30, 50, 70 лет тому назад этому имени аплодируют новые поколения зрителей. Сегодня и каждый день. Этот традиционный анонс уже редко появляется на афишах. Но в жизни и делах артистов цирка он по-прежнему как непреложный закон и правило. Последует ли этому Майрбек Кантемиров, младший внук прославленного Алибека? Thank you.